Старинный особняк на перекрестке Мира и Парижской коммуны на месяц оккупируют художники. Его фасад планируют превратить в арт-объект. Напомню, заброшенное здание с 2017 года получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Его передали художественному музею имени Сурикова. Впоследствии оно станет частью музейного квартала. Реализовать эту задачу предстоит сотрудникам музея, а их коллеги из музейного центра «Площадь Мира» предложили пока привлечь внимание горожан к внешней стороне здания каким-нибудь необычным образом. Может быть, это будет световая инсталляция, так, чтобы здание там подсвечивалось, появлялись какие-то тени на нем вечером. Может быть, это будут какие-то скульптуры на крыше самого сооружения. Задача простая – сделать максимально временную вещь, с одной стороны, да, потому что все то, что остается надолго, оно приедается, то, что появляется временно, всегда вызывает ажиотаж и интерес, а с другой стороны, сделать это так, чтобы не навредить самому объекту.